Друзья, приветствую на канале Психология Таро. У нас начинается новая неделька, поэтому смотрим, что благоприятно, неблагоприятно и какая общая энергия недели нас ждет. Кто не любит смотреть раскладку карт, переходите сразу на тайм-код в описании. Итак, давайте смотреть. Общая энергия предстоящей недели. Что ждет в понедельник, во вторник, в среду, в четверг, в пятницу, в субботу и в воскресенье. Итак, общая энергия. Давайте смотрим, что там такое у нас. Ну что, у многих проиграется начало нового пути. Здесь может быть как новая работа, выход на новую работу. Или же с новой работы вам позвонят, скажут, давайте выходите, мы с вами готовы заключать договор. Здесь может быть вообще, в принципе, знаете, как начало нового жизненного этапа. Может быть, ну, не совсем радужная такая ситуация, но у кого-то развод, и вы понимаете, что ну все, жизнь теперь пойдет по-другому. Возможно, опять же, закончилась школа, кто вот, допустим, молодые смотрят, новый путь, там, выбираем новое для себя что-то, да, как-то идем дальше, там, университеты, кто-то на работу и так далее. Или наоборот, мы закончили университет, получили свою профессию, и вот теперь перед нами открывается новый мир. Или же родители тех детей, которые вот только закончили школу, то есть у них тоже начинается новый период, соответственно, дети уже прям совсем самостоятельные, взрослые, да, и нам тоже теперь нужно как-то по-другому перестраивать свою жизнь. Здесь может быть про отношения. Когда я созрела для новых отношений, я иду, хочу этого всего. Или же, в принципе, я понимаю, что вот я прошла какой-то для себя критический момент, кризисный какой-то момент, и я, знаете, как восстановилась и готова идти вот в мир, обнимать его, принимать все, что он дает. Понимаете? Очень обширная такая карта. Поэтому смотрите, что у вас больше всего отыгрывается. Понедельник, смотрим. Угу. Ну, начинаем с сомнений. Ничего плохого, все хорошо. Какие бы ситуации в понедельник не случались, пытайтесь смотреть с разных сторон на них. Не только вот первое, да, то, что вы видите, а, ну тут все ясно. Нет, попытайтесь покрутить ситуацию и понять, что же там еще скрыто, какие подводные камни есть, что еще, ну, скажем так, может быть, как, допустим, с другой стороны этой ситуации. Человека, если вы нового какого-то встречаете, или человек вам приходит с какой-то информацией, и вот не делайте поспешных выводов. А, ну здесь все ясно, ты там такой или сякой, или там ты там предлагаешь мне вот это, или вот это. Ну, то есть все ясно, понятно. Нет, стоп. По Луне посмотрите с другой стороны, покрутите и человека, и ситуацию, и информацию, которая вам преподносится. Знаете, это как критическое мышление. То есть не принимайте все точно на веру, а ну, давайте критики, да? Вторник. Как продолжение, да, поищите другие варианты того, что вам сказалось, того, что вам преподнеслось. Как мы знаем, да, у каждой правды две стороны, так вот у каждой ситуации две стороны. И как я сказала здесь в понедельник, да, не торопитесь с выводами, здесь то же самое, поищите информацию. Или информацию для подтверждения того, что вам сказали, или информацию для опровержения того, что вам сказали. Не принимайте все на веру, не торопитесь, не спешите. Лучше обдумайте, лучше возьмите паузу, посидите, посмотрите, поищите какие-то другие варианты. Здесь опять же про покупку, если что-то нужно, да. Не покупайте самое первое, что вам, допустим, предлагается. Поищите у других продавцов другие варианты, конкурентов и так далее. Посмотрите, посравнивайте, обзоры, возможно, посмотрите, да, для того, чтобы собрать чем больше информации, тем лучше. Среда. Так, ну понеслась. Ухо-хошеньки. Тревожки. Всплывут тревожки.
Это неплохо. Не бойтесь эту карту. Это хорошо. Здесь вам будет просто ваш мозг выкидывать ваши страхи, ваши переживания, ваши, знаете, наверное, установки, которые вам мешают делать что-то в вашей жизни. То есть, условно, если вы что-то новое хотите начать, прежде начинают возникать вот эти мысли. Да у тебя не получится, да все уже это делали, и там, допустим, у них не получилось, да куда ты лезешь и так далее. Да? Вот это все, оно очень вероятно выскочит у вас в среду. Ну, не прям слово-слово, да, а ваши вот такие вот установки, которые вас прям ограничивают, которые не дают вам двигаться. Страхи здесь могут выйти. Допустим, мне страшно идти на новую работу. Да? Мне страшно, не знаю, там, позволить себе какую-то более хорошую должность, чем до этого. Да, допустим, вам предложат какое-то повышение, а для вас это страшно, потому что, допустим, это больше ответственности. Так вот, встретитесь с этими страхами, поймите, что да, они у вас есть, и попытайтесь их проработать. Опять же, по двоечке, да, найдите опровержение и подтверждение своим страхам. То есть, откуда эти страхи взялись? На самом деле они такие страшные, как вы их видите. Четверг. Слушайте, какое прекрасное развитие ситуации. Четверг будет тем днем, когда нужно будет расставлять точки над «и». Вот то, что здесь побоялись, то, что у вас здесь страхи вылезли какие-то, здесь нужно просто с ними вот, знаете, как встретиться, сказать, что да, ты у меня есть, допустим, вот такой-то страх, вот такое-то неверие в себя, вот такой-то, не знаю, там, какой-то блок, установка, да, я тебя принимаю, но я хочу идти там куда-то в будущее, в светлое, прекрасное, то же самое с человеком. Здесь могут, опять же, в плане отношений быть, да, да, у нас не получится, да вот как-то он меня не любит, и как-то это все. Хорошо, давай прояснять. Вот у меня есть такие-то страхи, у меня есть такие-то сомнения, давай вот мы в четверг сядем и это все обсудим, проясним, чтобы мне было понятно, стоит ли дальше куда-то идти, будем мы во что-то двигаться или не будем. Прекрасно. Здесь, смотрите, еще могут возникнуть такие ситуации здесь на работе с друзьями, с коллегами, со вторыми половинками вашими, с родственниками. Ситуации достаточно острые, где нужно будет действительно вести честную игру и говорить все как есть. Для того, чтобы понять, ну, во-первых, что у человека, что у меня. Да? Сходимся мы в этом, не сходимся. Если не сходимся, то мы решаем эту ситуацию, или же мы тогда, ну, разбегаемся по разные стороны. Или если сходимся, тогда куда мы дальше идем? Да? То есть, ну, вот здесь вот достаточно хорошая карта. Мне вообще нравятся они. Они такие, хоть и кризисные, но они с перспективой. Дальше смотрим пятница. Угу. Пятница пройдет очень быстро. Очень, может быть, даже кто-то заметит, что «Ой, а что, уже вечер?» Да, вот что-то типа такого. Будете посвящены в дело, которое вам нравится, то работам заниматься, которая вам нравится. Возможно, какой-то творческий процесс у вас будет. Да? Прекрасная карта к тому, чтобы как завершить неделю. Да? То есть, если здесь у вас что-то, какие-то сомнения, что-то это сами, потом вы все здесь вы прояснили, вы для себя поняли, что да, вот так, такие вот у нас точки идут. Ну и что, я под это пойду поработаю, да, мне нужно как-то там, может быть, мысли проветрить и так далее, да, или как вот камень с души сняли, и тогда можно с спокойным сердцем идти работать. Да, суббота. Угу. В субботу может всплыть такая ситуация, когда вы что-то себе запретите, хотя по факту могли бы не запрещать. А здесь опять могут всплыть ваши какие-то установки, какие-то ваши страхи, какие-то ваше недоверие, допустим, вселенной, людям и так далее. В том числе недоверие себе. И поэтому вы себя посадите в жесткие рамки. Допустим, или это вы окажетесь в ситуации, когда вам нужно как-то определенным образом себя вести, по вашему мнению, да, и вы будете держаться этой линии, хотя вам она нафиг вообще вот не нравится. Это, знаете, как пример, если я педагог, то я везде должна быть такой строгой, собранной, вот прям совсем показывать вот эту
не знаю, там, педагогичность всего, потому, и неважно, в какой ситуации я оказываюсь, вот я буду вот как с этим, с очками на носу, вот такая вот учительница, да, такой как образ учительницы. Ну, то есть это тоже же ограничение, то есть вы не даете себе жить полноценной жизнью, потому что учительницу вы должны показывать там, где вы учите, да, а не вообще во всей жизни. Ну, что-то, и вот вообще, в принципе, примеры, да, допустим, то же самое, врачи так очень часто делают. Или же, как это, я мать, и я не могу вести себя вот так, вот так, вот так, да, хотя, ну, а почему нет, ты же тоже человек. Поэтому смотрите, да, там могут возникнуть. Если вы прям сильно поймете, что вы сейчас себя в чем-то ограничиваете, разрешите себе. Вот прям разрешите, потому что чем дольше вы будете держать себя сами в каких-то рамках, тем, ну, скажем так, да, скажу, хуже будет для вас, потому что удовлетворения от жизни мало будет. Итак, воскресенье. Опачки, ну, смотрите, страдали-страдали и настрадались. Воскресенье – хороший день. Знаете, это здесь можете вспомнить свои былые победы. Можете что-то отпраздновать, опять же, то, что вас удалось, то, что вы достигли каких-то там, может быть, промежуточных результатов. Может быть, опять же, вот оно, да, пришло приглашение на работу, вот вы теперь понимаете, о, ес, теперь заживу, да, все будет хорошо. Может быть, вот это, опять же, понимание, что я молодец, неважно, что здесь в жизни происходит, да, там бывают ситуации, но, в общем, я молодец. Что еще? Ну, допустим, та деятельность, в которой вы работаете, вы понимаете, что у вас все складывается хорошо, наилучшим образом, да? Да, есть какие-то кризисные такие маленькие ситуации, но не без этого, да? Все мы со страхами, все мы своими какими-то переживаниями, тревогами. Здесь вопрос, как вы с ними справляетесь. Поэтому как неделя очень прекрасная в плане того преодоления себя, преодоления своих страхов, преодоления своих каких-то негативных установок, опять же, да, ограничений, в которые вы сами же себя засаживаете. Ну и как завершение недели очень прекрасное. Ставьте лайки, пишите комментарии, насколько у вас отыгрывается каждый из дней. Будет интересно читать. Соответственно, подписывайтесь, если еще не подписаны. И до новых встреч. Пока-пока.